Так, продолжим делать Карфаген великим. Так, посла у нас тут вроде послы какие-то фиговые. Губеров нету. А ну я вот жду, что у нас бесплатный придворный появится. Возможно, и он там послом нормальным будет тогда. Апнули всех, хотя этого можно, наверное, уровень ему взять. Так, храм тут построили, тут построили, тут построили. В утике построили. Так, собрать и строить. Так, у нас остались, собственно, Банония и Помпеи. Без иудейских святынь. А суды я еще могу строить, начать. Точно надо. Так, вот тут Одион. Давайте сюда. А суд я бы здесь сделал. Так, в Помпею просто распространим. Все, у меня все города в иудаизме, отлично. Блин, а что тут греки делают? Блин, хана, наверное, моя беремя. Он случайно с персами не воюет? Нет. А что тут греки вообще делают? У греков война только со мной. Или тут армия находится? Так, внедряться нам, в общем-то, некуда. Давайте оклевещем грек. А, блин, это стоит соцкапитал. Нет, тогда не хочу. Тогда не хочу, тогда закончим ход, я думаю. Так, наместник Каралиса страдает от озноба, глава шпионов больная. Там кто-то в карфагенское язычество зачем-то переходит, и Рим Колосс начинает. О, лекари предупредили, что конец близок, следующим ходом наш царь умрет. Биркут-воительница. Ну, наместником, кстати, может быть. Так, еще один бесплатный министр, давайте.
Дворец с дипломатическим визитом посетила царская семья Рима. За официальной частью следует торжественный пир. Высокие гости, как и подобает, располагаются вместе с вами во главе стола. Пока слуги разносят блюда, принцесса Фульвия сострадательная, наследница престола Рима, делает комплимент вашим украшениям с иудейской символикой, а после трапезы просит поделиться религиозными текстами. Ну, у нас и так минус 233, да? Ну, давайте подарим, пускай она в иудаизм переходит. Но я планирую все равно нападать на Рим. Так. Да, 120 культуры, 60 счастья. На рынке города Помпеи за провокацию населения был арестован человек. В чем его преступление? Устроив большущий костер, он стал декламировать свое священное учение. Ясно. Это не первый подобный случай. Этим последователям Заратустры удалось привлечь наш интерес. Так, нет, я не хочу, чтобы распространялся зороастризм. Это дело не стоит моего времени, давайте. Ловчая. Наверное, ловчую возьмем. Там у нас есть сети на жемчуге, плюс это добавляет все равно... Добавляет приказы. Вот, пирк-отвоительницу сюда определяем. Так, суды надо где-то делать. Ну, вообще, здесь предлагают. Так. А, давайте сюда суд, реально. Чего аллилуйя поют? Это разве иудейские вот эти песнопения, что мы слышим? Аллилуйя какая-то пошла. Фермер, есть один гражданин еще. Совет проведу. Thank you.
Пигмалион из сулок тоже дофига дает. Так, ну пока все. Так, Гиска стал ауру надежности излучать. Герцог Магарбал нетерпимым. Да, и царь наш умер. Когда не балы министра, это мы получили. Дальше. Дальше давайте вот усмирять город для советника. На похоронах царя Магона второго первоисточника к нам подходит царь Тутхаля амбициозный. За мной был долг. Ну, примем. Жертвование. Фракийцы отправили нашу коронацию одного из своих предводителей. После церемонии он с радушием обращается к вам. Мы воевали с вашим предыдущим правителем. А, ну давайте перемирие заключим. О, мы даже мир могли бы заключить. Хотя, а нафига? Тут минус легитимность. Тут нам нафиг надо, честно говоря. Так, Малх умный. Любитель верховой еды. Еды. Верховой еды. Давайте умный сделаем. Так, новый царь у нас. Ютпан новый. Тактик. В качестве лидера дальность обзора плюс 2. И одно счастье каждому городу. Ну, нормально вообще. Харизма у него только. А так вообще мудрость 6, отвага 5, дисциплина 4, нормально. Очень даже неплохой чувачок. Три приказов. Так, давайте, он тут появился. А, его все равно нельзя. Ладно, давайте этого фараона младшего назначим. Ага, его можно будет. Ну, мне не хватает пока соцкапитала, но можно будет в губернаторы. Ладно, тоже неплохо. Так, тут суд строится. Фермы. Писаря. Да, офицера тут хотел. Автоматизацию поставлю скаута. Убьют так убьют. Гулять так гулять. Так, что у нас шпионы еще?
Тут ничего. Это ждем усмирить город, чтобы снижать недовольство в городах. Ну, до пятого. Ну, кстати, более-менее. Не так все плохо по несчастьям. Жителей маловато. Ого. Удачно, не кажется ли тебе, что DLC с Old War какие-то куцы по сравнению с Цивой? Нет? Так они и стоят соответствующие. Я вот согласен, первое там было что-то про сценарии Александра Македонского. Что-то так себе. Вообще остальные, да, вот на религию, на... Да, вот это вот тоже. То есть они все больше и больше событий добавляют именно. Тут еще героев добавили. Я просто, ну, немножко по-другому в Циве добавляли механики. А в Old World сразу эти механики все есть. Не сразу выпустили игру со всеми механиками. Тут они реально просто расширяют игру. Что мне кажется, вполне нормально. Так, я хотел... А где, типа, оклеветать цивилизацию? Что-то я... А, вот. Раз персов. А, это стоит, блин, я забываю, что это стоит соцкапитал тоже. Глава шпионов, проблемы со здоровьем. Греция обращается в греческое язычество. Из иудаизма в греческое язычество. Ко двору с посланием прибывает несколько персидских офицеров. Великая правительница царица Ифранова из Персии желает постичь ваши секреты эффективной обработки металлов. То есть дать им булавоносца, но мы получим 110 науки. Ну вообще, давайте. Мы с ними воевать не будем. Булавоносца ему не жалко дать, показать, открыть. Спасибо. Так, изучая политику, герцог Зушан стал пользоваться популярностью в качестве посредника. Да, про Steam стату. Он же еще Old World вначале вообще в этом продавался. В Epic Games. Я его там рекламировал. Там тоже довольно много людей, кстати, купило. Так, ему стоит сконцентрироваться на учебе, дисциплина, или дать ему самому вести урок. Да, давайте 220 соцкапитала возьмем. Тактиком пускай будет. Матриарх иудаизма Николмати славит человеком несгибаемой силой воли. Она не остановится, пока не убедит вас поддержать иудаизм. А, это, кстати, амбиции. И, кстати, у нас царь не последователь иудаизма, надо его сделать. Так, построить университет, дворец и цитадель. Это выполнимо, потому что это все... А, ну правда у нас не открыта еще библиотека, но сейчас откроем, я думаю. Так-то, в принципе, это выполнимо вообще. 5 иностранных городов, вот это посложнее. Да, вот эту берем амбицию, вообще выполнимо. Потому что у нас есть легендарный город, это главное условие. Да, сменяем религию. Тут открываем библиотеку. Это чтобы универы можно было строить.
Не понял, почему я не могу в Банони ускорить. А, наш лидер же сменился. Блин, как кто сказать лидер сейчас? Тактик. Да, это я мог ускорять фанатиком только. Два хода. Так, Губера. Сто пятьдесят три. Ну, давайте. Блин, думаю, тратить мне соцкапитал, чтобы греков. Видите, как ровненько идем. Карфаген 30 очков, Греция 30 очков и Ассирия 30 очков. Ну, кстати, 16 очков осталось. Могут и раньше набрать, чем я амбиции выполню. Так, слушайте, а для постройки цитадели там какие-то условия нужны? 7 действующих законов. А вот университет и дворец, это просто требуется, ну, чтобы было построено предыдущие два здания, и город этот был легендарный. Ну, Карфаген у нас легендарный. А вот для цитадели еще 7 действующих законов надо. Раз, два, три, четыре, пять... 6. Вот как раз надо свод законов принимать. Надо, короче, 400 социального капитала накопить. Так. Персия мир с хеттами. Рим война с галлами, с фракийцами. И Ассирия с галлами. Ну, это неинтересно. Это минорные эти. Мудрость Магарбалу судье. Наместник... в Банонии погиб. И глава шпионов погибла. Ну, что за фигня? Хорошо, что я не отправил ее, это... Так, оратор. Давайте, наверное, оратор. Как раз счастье от того, что он оратором будет. Так, мы можем, кстати, да, как мы говорили, генералов лучше убрать. Так, вспомнить бы, это Верховный Советник. Вот у меня только один генерал здесь свободный. И то это царь. Ну давайте, кстати, в Банонию. Подожди, а какие у нас еще есть? Так, главу шпионов выбрать. Так, шпионов у нас дофига. И принца Ганнибала, я думаю. Кровожадный. Я кровожадный, я беспощадный. И может лучше наместника. А, генерала нашего, этого царя, лучше в столицу посадить. Хотя тут этот наместник тоже неплох. Не, наверное, ладно, давайте в Банонию. Пора уже. Не все в походах находиться. Колосс уже, уже кто-то начал строить. Я уже не смогу колосс строить. Кто, что у нас там вообще осталось из чудес? Катон и Гелиополис. Причем для Гелиополиса нужен засушливый лепесток, это только вот здесь у нас. И для этого нужно, чтобы Гадрумет был легендарным. Так что это вообще не факт. Катон можем попробовать построить, да. Это последнее чудо, которое у нас осталось, возможность.
давайте, наверное, вот сюда дворец. А, рядом с судом только. Блин, вот это подстава. Мне сейчас придется храм удалить. Черт. Строим дворец на месте храма. Все по заветам. А, культура развитая требуется. Казначейство. Один ход до гражданина. Так, ну давайте тогда совет один ход. Блин, приказов немерено. А, я открыл. Так, надо усмирять города. Теперь нашим советникам. Вот это мы будем каждый ход прям делать. Так, только при... А, требуется соцкапитал. Блин, а раньше не требовалось, по-моему. Они что-то поменяли. Раньше деньги, по-моему, требовались. Там не требовался соцкапитал. Вот, блин. Ну, потому что это крутая штука была. Ты просто усмиряешь города чисто, и у тебя очень хороший выхлоп начинается. Да. Поправили. Жаль. А что такое ходатайство семье? Это что такое? Это только, видимо, в этой семье, да? Так, подождите, а что у нас по отношению? Ой, очень все хорошо. Ну, не знаю, тогда я ничего не буду делать. Нет, но они начинали как эксклюзив Epic Store, по-хорошему находясь в раннем доступе. Так что это не страшно. Точнее, не по-хорошему, они просто находились в раннем доступе. И потом они даже появились в Steam в раннем доступе. Ну, в Циви ходы динамичные, самый то для торопыг. Ну, так есть торопыги, а есть любители пошаговых стратегий. Просто, ну, я не считаю, что Old World, возможно, должен быть более популярным, чем Цива, но... Тот онлайн, который сейчас есть, это мало. Это очевидно, вот для, не, для этой игры недобор. А почему он может быть? Потому что игра плохо отрекламирована, вот и все. Так, племенной налет около Гиппон-Регия. Агент в Тарсе погибла. Так, агент в Тарсе. Ну, давайте древесину для баррикад. Любитель верховой езды праведный, конечно. Так, в Тарсе это где у нас? Вот тут. Ага, некого нам сюда. Ясно. Так, налет около Гиппон-Регия. Это вот это. Вот эти два юнита? Очень страшно. Очень страшно.
Вам тоже страшно, да? Так же, как и мне, надеюсь. Даже не дадим возможности зайти в город. Так, тут просто новый... В новом месте где-то храм построить надо. Ну, предположим. Тоже соседство с монастырем, кстати, будет хоть и другого города, но все равно. Так, библиотеки следующим ходом можем строить. И цитадель тоже, наверное, следующим. 300, да, будет 400. Тогда просто этих рабочих сюда. Так, а библиотеки с чем-то соседство дают? За каждый прилегающий ресурс. Но мне надо еще, чтобы он рядом... Где-то здесь надо будет строить. Ладно, держу тут тогда рабочего, а этого и куда-то сюда, чтобы цитадель строить. Уже не хватает следующим ходом. Так, 200, 358, да, мне надо, чтобы плюс был 240, да? О, есть. Ну, я даже несколько еще, пускай побольше с капитаном, не только законы надо принять, но и вообще там, ну, все равно один ход. Так, блин, муштры еще дофига. Давайте кого-нибудь апнем. А когда это я этим юнитом ходил? Посол Ферран неугомонный, блин. Герцог Зушан, второй в очереди ваш сын продажный. Наместник Королиса погиб на службе и наместник Карфаг... Хирам, точно, который я хотел заменить на... Ясно. Так. Украсть исследование. Там проблема в том, что мы, может быть, ни у кого и не можем их красть. Гильдии у нас, по-моему, уже приняты. Давайте особняк открывать. Становится бережливым. Давайте бережливым. Как бы у нас нормальные отношения с семьями.
кушитские миссионеры сеют смуту на улицах Сулок. Под предлогом розыгрыша мешка шафрана они собирают с горожан подписи, а после оказывается, что они заодно дают согласие принять зороастризм. Так, ну что, запретить это безобразие? Жители Утики приходят к вам и надеются, что вы благодаря своей мудрости сможете привести город к еще большим высотам. Плюс один недовольство и плюс 4 гражданина. Должен искоренить коррупцию. Коррупционная реформа. Ну, давайте. Коррупционная реформа. Храм Мелькарта в Тире по-прежнему требует пожертвования от городов, исповедующих римское язычество. Финикийское духовенство считает карфагенских богов своими собственными, но боги этого пантеона, пусть многие из них и пришли из-за моря вместе с вашим народом, на самом деле представляют собой сочетание традиционных и местных богов земель, которые сейчас называются Карфагеном. Теперь жители Банонии должны платить дань. Поддержите ли вы эту традицию? Ну, я бы убедить город заплатить, чтобы не гневить богов. Нету наместников, даже среди генералов. Печалька. Так, значит, принимаем свод законов. Можем теперь цитадель строить. Так, один тут цитадель строит. Другой начинает библиотеку. Так, где они? Вот библиотека, где я ее могу строить? В смысле? Почему мне показывают в других городах, а не в Карфагене? Хорошо, вы хотите сказать, что я вот здесь не могу библиотеку построить, например? Заменяет ферму? Ну, нормально. Чтобы универы сделать. Так, один ход до монастыря. Что-то 6 ходов, священник долго.
300 соцкапитала котом, поэтому я думаю, вообще стоит ли туда лезть. Так, отлавливая лошадей, ваши разведчики обнаруживают одного жеребца с угольно-черной гривой. Он намного быстрее и проворнее других коней. Разведчик тут же решает, что он наверняка отмечен небесной благосклонностью. Так, священные лошади это что? Плюс 50 очков опыта, новые юниты кавалерийские, да? Забрать коня себе, отвага и дисциплина. Или в подарок олигарху отправить. Нет, давайте себя заберем. Агент Аштарт безнравственным становится. У царя насморк. Так, наместник в Помпеях умная. Любительница природы. Зажить мне давайте умная. Так, дворец построили, видите, выполнено. Ну тут как бы он не нужен, я имею в виду рабочий, так что можно в этот город перебрасывать. Ну, пускай высадится. У меня армия, у нас силы с ним, он сильнее, типа, но сильнее за счет как раз флота. А армия, я думаю, у меня хорошая, прокачанная, с генералами, с этими, ну, улучшена в плане технологии, то есть у меня последние самые юниты, которые тут вообще имеются. Так что я, честно говоря, нападение грека вообще не боюсь. Пусть идет, если не боится сам. Меня больше смущает, что у меня губернаторов вообще нету, чтобы в города отправить.
Жалко, что рано. Жалко, что этот царь рано умер, чтобы, ну, наследием, получается, становится амбиция. Греки обратно в иудаизм вернулись. Кстати. Так, кстати, что тут у него всего лишь одна харизма и три дисциплины. Ну, такой. И опять тактик. То есть он как был предыдущий тактик, и этот у нас тактик. У нас ничего не поменялось особо. Лучника. Вообще, я бы, да, от Диданьян. У нас с ними худше всего отношения. Не, я бы, кстати, его в Карфаген посадил. Так, сначала профессиональную армию принимаем. Дальше царя в Карфаген. Нету доступных, ну, без работы больше губеров нету. Один ход до выполнения вот этой амбиции. Так, лучника дали, а нам есть его куда, Вова, вот сюда запихнем. А, тут не развитая. Развивающаяся. Давай сюда библиотеку. Стоп, а ее строят уже, видимо. Что-то походил рабочим туда-сюда. Кучу этих потратил. Ну, с другой стороны, у меня тут дофига приказов. Могу позволить. Ну, цитадель не хочу, а вот библиотеку, наверное, хочу. Да, блин. Чё за фигня началась? Почему я не могу сейчас? Прикол. Мне надо Alt нажать, чтобы купить еду. Ладно. Сколько там требуется? Блин, можно показать? Что началось? 40 еды. Обратите внимание, что цвет звезды Давида изменился с оранжевого на лазурный. Это потому, что
хетты явно захватили священный город, который у Египта был. Вот он. Теперь Рамзес был священным иудейским городом. И его... А тут вон кушиты захватили. Короче, Египет распилили, судя по всему. У Египта один город. Угу. Мне бы тоже, конечно, Рим захватить с одной стороны, а с другой стороны нафиг надо, честно говоря. Персия, мир с кушитами. И мы пантеон построили. И выполнили амбицию. Я не думаю, что нам 2000 деньги нужны, а вот боевой слон с башней я бы взял. Так, что там пантеон делает? Производство ресурсов 10 культуры вход, глобально 40 муштры вход. Города с государственной религией, 2 соцкапитала в год на уровень культуры. Нормально. Патриарх Николмати интриганка взяла на себя непростую задачу обойти все земли Карфагена и найти вам подходящую и богобоязненную супругу, исповедующую иудаизм. Наконец она с гордостью приводит к вам Гассулавию обходительную. Ага. Которую она нашла в неизвестной общине отшельников. Что вы ответите? Фанатичку. Ну... Чё нет? Карфагенская нация стоит превыше всех. Почти. Хетты всегда маячили нас перед глазами, но сейчас совет решил поддержать войну. Не, но это амбицию уничтожить враждебную нацию хетт. Если бы это было против Рима, я бы взял. А у хеттов слишком много городов. Не хочу. Такую амбицию я не хочу. Так, ну на этом, я думаю, серию можно завершить. Стрим я еще продолжу сейчас, а вот серия как раз тему амбицию выполнили, новый царь. Так что загляните на огонек, подпишитесь, если вы еще нет. Сейчас продолжим в следующей уже серии приводить Карфаген к доминации в древнем мире.